Ребята, всем привет! С вами снова Михаил Абрамов. Вы вновь опять на моем канале, и я рад вас видеть всех сегодня. Я хочу с вами поделиться видео, стихотворением, которое я не нашел в прошлом влоге. Я его нашел буквально сразу, как только завершился эфир, наверное, было какое-то волнение. И, как всегда, я волновался и не мог его найти. Сейчас я вам хочу зачитать стихотворение, которое я обещал. Оно посвящено Азербайджану. Вы, конечно, уже в предыдущем влоге слышали о том, что, о чем я рассказывал. И поэтому вот как бы маленькая вторая мини-часть. Сейчас я ее вам быстренько... Это стихотворение, быстренько вам его зачитаю. Оно достаточно длинное, поэтому стихотворение, этот влог будет у меня завершен как второй частью к предыдущему. Салам мой, Азербайджан, много повидал я стран, но только ты в душе, я пришел к тебе уже. В честь тебя слышны лишь комплименты, солнцем залиты все твои проспекты. Луна большая, свой кружит хоровод, и горы величаво солнце ждут восход. Слуху сладки песни и мугамы, шатяр-бура, халва и пахлава, они вкуснее только лишь у мамы. Возношу я им свое хвала. В жизни только есть одна отрада, на набережной, где всегда прохлада, открыто допоздна там чайхана, а по радио звучит там мейхана. Мингичевир, милый, салам, о тебе давно я тосковал. Разбросала нас судьба, встречи этой долго ждал. Как хорошо есть на свете город, на земле есть родной город, тот, что мне дороже всех, и он, конечно, лучше всех. Расставание было с тобой долгим, срок, увы, немалый, годков так 25, и ступаю по улицам тенистым, я с огромным удовольствием опять. Словно я опять маленький ребенок, такой загорелый, я мальчонок, прячусь под чинарами листвы, скрываюсь от людской молвы. Уютный, чистый и прекрасный город, свои объятия мне он распахнул. Все нации собрав под небосвод, с глаз своих я слезу смахнул. По реке побыстрой плывет катер, за рулем водитель, как шумахер. Разрезая водную насквозь гладь, о таком можно лишь мечтать. Повторяется по кругу время ход, как по шумным волнам пароход. Я спешу посмотреть назад, на роскошный осенний сад. Оставив в памяти яркие сюжеты, сев я, увы, на быстрый самолет, ем с чаем за столиком конфеты. Пусть хорошим мой полет. Туда бы снова я с радостью рванул, лежа на полке, вагон меня покачнул. Под стук колес я сладко бы уснул. Одеяло под себя заткнул, открыв глаза, а за окном не сон. Протер глаза, ура, уже и он. Совершаю я свой земной поклон, брызгает на себя духов флакон. Все вещи собраны у входа, складывается дорожная у вывода. Дружным был первый мой вагон, ура, я вышел на родной перрон. Вдохнув воздух полной грудью, удивлюсь в округе, я безлюдью, поспешу поймать быстрей такси и спешно сказать, ты меня вези. Доставь меня, скорей ты, на автовокзал. О городе любимом я, да, все я рассказал, стихотворением ему я доказал. Ах, молодец, братка, он сказал. И вот уже, узрев автовокзал, автобус вон уж стоит, сказал, сев туда, я друга повстречал. Такого я уже не ожидал.
Спустя минуту насмерть он помчал по пустыне, где саванчаки, где уж ждал родной причал. Ура, я грудью прокричал. В душе моей творился кавардак, родина моя уж как-никак. И глазами арку увидал, тяжело я грудью задышал. Хлынула слеза, река из глаз. Ура, знакомые места я лица зрел. На душе моей крутилось много фраз. Не верилось, преграды одолел. Вы знаете, это стихотворение родилось вслед за стихотворением о поезде, на поезде. И это стихотворение, вот, которое я сейчас прочитал, оно написано прямо на эмоциях. Как и всегда, я пишу стихотворение на эмоции, по-другому стихи писать невозможно, поэтому я вот такое стихотворение и написал. Ребята, в общем, я сейчас это стихотворение для вас нашел, его выполнил о том, о чем обещал. Ну и вторая часть этого влога тоже подходит к концу. Всем огромное спасибо уже вот теперь точно за просмотр. Не забываем подписываться на канал, не забываем нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые интересные видео. Ну и про лайки не забывайте. Пишите мне в комментариях, какого бы вам видео хотели бы видеть на канале. Не забываем подписываться и... Пишите мне идеи в комментариях, какого плана видео вы бы хотели видеть на моем канале. Ну и все, на этом все, на этом точно теперь уже все. Всем спасибо за просмотр и всем свидания.